наступает начало голосования. Участок открыт. Это шестая школа. Здесь 15, 16 и 17 марта смогут реализовать свое избирательное право более 2000 человек. В первые минуты после открытия – реальная очередь. Причины у всех свои, у кого-то плотный рабочий график, у кого-то активная гражданская позиция. Пораньше проголосовал, и совесть чиста. Выборы всегда важны, но эти тем более, более чем как никогда, наверное, я думаю. Как долг все равно, вот как-то вот, знаете, чувствуется вот. Я пришел, чтобы выразить свое мнение и поддержать своего кандидата. Приходят на участок с детьми. Несовершеннолетним всегда интересно, как проходят выборы. И хочется приобщиться к взрослому делу, опустить бюллетень в урну для голосования. Самый пик активности, отмечают члены УИКа, приходится на послеобеденное время. У нас за первые полчаса проголосовало более 50 человек. У нас по численности большой избирательный участок, 205, у нас 2323 избирателя, включенных в список, 11 членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Участок у нас организован, сами видите как, то есть доступность для маломобильных граждан. У нас волонтеры, ребята провожают, помогают. У нас есть специально закрепленный член комиссии по работе с инвалидами, с маломобильными гражданами. А это семья Ершовых. Они голосуют на избирательном участке номер 192 всей семьей. Расположен он в прогимназии «Созвездие». Каждый год ходим. Просто мы до этого ходили по другому адресу, а теперь здесь, в этой, потому что переехали. Конечно, это долг каждого гражданина. У нас очень часто посещают семейные пары, именно в процессе голосования даже просят их сфотографировать совместно с семьей, что они, у них такая добрая традиция, что из года в год они совместно, все вместе выходят и голосуют на участке. Для малышей организован детский уголок. Пока родители делают выбор, дети могут порисовать или сделать памятное фото. В течение дня на участке заглядывает Чебурашка. И люди выстраиваются в очередь для фотографий. Настроение у всех на высоте. Свой выбор сделал и участник спецоперации, который сейчас находится в отпуске. Мое мнение, голосовать должны все. Проявить активность. Чтобы в стране был порядок, надо все-таки выбирать честно. Сделать свой выбор, принять участие в голосовании можно с 8 утра до 20 часов вечера 15, 16 и 17 марта на своем избирательном участке по месту жительства.